Всем привет! В данном видеоролике хочу вам показать, как я кормлю сомов анцитрусов. Это прекрасный сомик, подходит для любого аквариума, абсолютно мирные рыбки. Так вот, я хочу показать, чем я подкармливаю их, как я это делаю, как делать это правильно. Смотрим далее. Сейчас летний период времени, я думаю, огурцы ни у кого не в дефиците. Это огурец своего огорода. Вот выбираю такой небольшой, вот по сравнению с рукой, чтобы он был не старый, мягенький, свеженький такой. И вам понадобится обычная овощечистка, вот такая. И вот чистим кожуру с него. Так, чистим, все аккуратно, красиво. Ну вот, как видите, огурец я почистил. Теперь вам понадобится вилка, обычная вилка. Вилка нужна для того, чтобы огурец тонул, так как огурец плавает в воде. Вот так вот просто протыкаем вилкой огурец. Вот. Так, чтобы они не сильно торчали вот эти, иначе сами поцарапают себе рот. Ну, я думаю, то, что не поцарапают, они не будут грызть это просто место. И вот теперь берем и помещаем это все в аквариум. Ну вот я теперь просто беру и кладу там на видное самое место, так вместе с вилкой, на дно. А этот огурец, как видите, он не всплывает. Ну и вот, как видите, не успел я его положить, уже сомик один прицепился к нему, начинает обсасывать. Хотелось бы сказать то, что этот огурец абсолютно не портит воду, оставляя его примерно часов так 18-20 и потом убираю. Ну далее уже не стоит там держать его, потому что он уже начнет портиться. Сам по себе огурец в воде. Ну и вот, предлагаю вам далее посмотреть, например, за полчаса, как они его погрызут. Всем спасибо за просмотр.